прекрасно, все готово. Переходим к мизантропу. Сейчас будем говорить чудеса. Дорогие друзья, я вас готова познакомить. Это вино. Нет. Нет? Ну, это алкоголь. Это алкоголь. Это все перемешали. Но все время летает. Буквально парочку минут нам нужно это подержать на огне, чтобы сам алкоголь улетучился, аромат остался. Юль, правда, что говорят, надо готовить с хорошим настроением? Всегда. Ну, мне кажется, у хороших поваров, как у вот артистов, которые выходят на сцену, когда включаешь плиту, все остается за. За. Да-да-да. Так, все, мы помешали, теперь нам нужно это все охладить. Остались только наполнители нашего паштета. Вообще, нужно обязательно, когда вы готовите, обязательно трогать свою еду. Потому что это, во-первых, придает хорошую энергетику еде. Прямо вот только аккуратно, но придавливайте. Да, аккуратненько, но придавливайте. Супер, ребята, такие ощущения. И я чувствую, что вот хорошая энергия поступает ко мне. Это свой щекан. Понюхайте. Ну что ж, попрощайтесь, помочь.